После событий 30 января и по сегодняшний день завод у нас работает. Руководители, главные специалисты, служащие, работники в штатном режиме выходят на работу. Они выполняют согласно трудовых договоров свои трудовые функциональные обязанности. Мысль о работающем в штатном режиме пивзаводе прошла нитью через всю пресс-конференцию. Каждый из присутствующих топ-менеджеров предприятия неоднократно подчеркивал, завод, несмотря на арест Ахтара Тулешева, продолжает работать и подтверждает все свои обязательства и перед работниками, и перед партнерами. На сегодняшний день предприятие полностью обеспечено всеми сырьевыми расходными материалами для производства пива. То есть мы можем обеспечить всех наших потребителей, всех наших партнеров необходимым количеством продукции. Естественно, что одним из важнейших вопросов, на которые хотели бы получить ответ журналисты, это существующая задолженность по заработной плате перед сотрудниками пивзавода и причина образования таковой. Ведь, казалось бы, пивзавод, несмотря на общие экономические сложности многих предприятий не только республики, но и большинства стран, убыточным назвать никак нельзя. Пивоварный завод – это сезонное предприятие. Зимний период, все-таки у нас основная работа идет на весенний, летний, осенний период, где все-таки идет хорошая продажа продукции. Но зимой, как всегда, мы немножко, как говорится, затрудняемся. За декабрь месяц мы уже частично выплатили зарплату. Я думаю, что в ближайшее время мы работникам выплатим зарплату. Как утверждают специалисты, зимой производится в 5-6 раз меньше продукции, чем в летний период, а соответственно и возможности оперативного решения финансовых проблем меньше. Предприятие будет работать, дай бог, чтобы все было нормально. Значит, на время отсутствия учредителя его сын Тулешев Тулеген Тахтарович будет исполнять все обязанности, значит, необходимые для всех таких производственных целей. И все же одним из главных вопросов оставался вопрос о причине задержания владельца пивзавода. Однако удовлетворить любопытство журналистов в полной мере на сегодня не представляется возможным. Еще не получены официальные документы из Генпрокуратуры и МВД. Но на сегодняшний день уже стало известно, что накануне в отношении Тахтара Тулешева была применена мера пресечения в виде ареста на 2 месяца до 30 марта. Ему вменяют, значит, 297 статью, часть 3, пункт 3, и 266 статью, часть 3. 266 статья – это, значит, финансирование деятельности преступной группы. Вот, 297 статья – это наркотики. Ну, я думаю, что мы все, как жители города Чимкента, например, я лично сам, я думаю, что, значит, следствие разберется. Я думаю, что в отношении Тулешева связать его с наркотиками, ну, это, наверное, преждевременно. Сейчас, как считают представители предприятия, о причинах задержания будет гулять множество версий, но предположение не лучший материал для объективных ответов. Главное, что предприятие продолжает работать и делается все необходимое, чтобы исполнить все обязательства.